Наш магазин небольшой, всего 300 квадратных метров, но мы постарались сделать его уютным и красивым. Мы не только территория покупок. В нашем магазине проходят встречи с писателями, с интересными людьми. Также мы проводим мастер-классы для малышей и их родителей. Нужно видеть, с какими глазами, с каким интересом детки участвуют в этих мастер-классах, как бережно они потом уносят с собой свои поделки, какие у них при этом глаза, полное удовольствие, полное счастье и желание вернуться к нам снова. Таким образом, мы растим себе новых покупателей, которые будут ходить к нам еще много-много лет. В нашем городе огромная конкуренция среди книжных магазинов. Но мы сделали ставку на качество обслуживания и не прогадали. Наши покупатели приезжают только к нам. Мы часто слышим фразу, что многие книги нашли только в нашем магазине. Поэтому мы с уверенностью можем сказать: «Амиталь – книжный нашего города».